Реальное сверхъестественное происшествие достаточно страшное для фильма ужасов. Посмотрим. Верите ли вы или нет в потусторонние силы? Но хорошая история о призраках всегда сможет заставить вас почувствовать бегущие мурашки по позвоночнику и не спать ночью. В кино жанр ужасов неисчерпаем, универсален и надежен. Он получает самый высокий бюджет, чем какой-либо другой жанр в Голливуде. Фильмы, основанные на реальных событиях, создают намного больше шума, чем стандартные ужастики. Они часто заставляют зрителей подвергнуть сомнению свое рациональное мышление и обдумать сложный вопрос: что происходит после того, как мы умираем? Такие фильмы, как «Экзорцист» и «Ужас» Амитвилля, доказывают, что хороший сюжет и талантливые актеры – это еще не все. При создании этих фильмов использовались реальные зловещие истории. Призрачные президенты Белого дома. Белый дом, без сомнения, самая известная и посещаемая достопримечательность в мире. И, как говорят, там находятся призраки Генри Харрисона, Томаса Джефферсона и Авраама Линкольна. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль видел некое появление Линкольна, когда он выходил из ванны и шел в спальню. Пораженный появлением призрака, перед ним он сказал: «Добрый вечер, господин президент. Вы, кажется, встретили меня в неблагоприятных условиях». И затем привидение исчезло. Черчилль, по сообщениям, отказался спать в Белом доме после той ночи. Последнее появление Линкольна, о котором сообщают, произошло в 1980-х годах. Его увидел операционный диспетчер Тони Севеем. История о Белом доме может даже стать комедией. Фильм о бесполезном привидении президента, который полагается на советы своих призрачных советников, чтобы управлять страной. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи и всем пока!